Ну скажи, Кость, вот ты сейчас уже чувствуешь себя полноценным игроком стартового состава, ну основного состава, скажем так. На самом деле я себя не чувствую и не чувствовал, потому что нам еще нужно много доказывать. Мне кажется, нам дают слишком много авансов. И поэтому благодарим и выходим иногда в стартовом составе. Но полноценным игроком там я себя не считаю. Ну, тем не менее, да, в Краснодаре ты в основе, да, выходишь на замену с Базелем в основе против Зенита, да, и такую вещь я заметил, с трибуны было очень хорошо заметно, что через тебя очень охотно играют, и опытные партнеры в том числе, то есть через тебя разыгрывают. Ты заметил, да, вот это доверие, чувствуешь не только со стороны тренера, со стороны тренера понятно, он тебя ставит в состав, со стороны партнеров опытных. Ну, я думаю, когда ты находишься на поле, я думаю, партнеры не разделяют. Кто-то опытный, кто-то там молодой и неуверенный. Нужно играть, если партнер открыт, давать ему передачу. Я считаю, не нужно как-то разделять это, поэтому, может, мне и давали посыл, потому что меня не закрывали соперники. То есть еще относились к тебе так, да, Ну да, может, тебя еще специально не не знают. закрывали. Момент этот с Зенитом вспоминаешь, когда выскакивал, да, во Ну втором да, тайме? там проскочил мяч, ну, сначала не ожидал, что он проскочит, но он проскочил, и я, ну, плоховато мяч обработал, и он отлетел далеко в сторону от ворот. Ну вот, говорят, да, что у ЦСКА обойма маленькая, ну, наверное, это так. Тем не менее, смотри, во-первых, молодым какие шансы, а во-вторых, если мы вспомним игры, да, то никто ЦСКА не переиграл, наоборот, ЦСКА даже, да, в основном переигрывал соперников. То есть, говорит это о том, что команда продолжает борьбу за чемпионство, это реально, выиграть чемпионаты в этом сезоне. Ну, я считаю, что у нас просто много качественных, хороших игроков, в том числе ветераны, которые нам могут помочь где-то подстраховать, где-то подсказать, где-то взять ответственность на себя. И я думаю, за счет этого мы даже с таким составом даем результаты. В Лиге Чемпионов еще не все потеряно. Я думаю, нет, конечно, мы поедем в Швейцарию и постараемся выиграть эту игру, чтобы продолжить битву за выход. Ну, Голдехе теперь, да, всю жизнь с тобой. Тебе, наверное, часто о нем, да, теперь напоминают. Ну, на самом деле уже так немного подзабыли. Но А сам? когда забил, тогда да. Тогда очень много говорили. Сам будешь вспоминать? Вспоминаешь часто об этом? Да нет, на самом деле я уже забыл. Это была одна игра и все. Я не думаю, что об этом нужно прям помнить каждый день. Ну и тем более, да, что как бы не помогло, по большому Ну счету, да, помогло только, ничего не да, поможет. размочить счет. Манчестер действительно так хорош, Ман Юнайтед. Ну, мне тяжело оценивать, я на поле появился только в последние минуты, но, как казалось со скамейки, то Манчестер очень хороший по движению и по владению мячом, они очень сильные. Ну вот цели твои лично ближайшие, в команде в первую очередь. Ну, цели как можно больше помогать команде, приносить пользу, и я думаю, что все мы хотим сейчас победить, занять первое место в российской премьер-лиге, выйти из группы в Лигу чемпионов. Спасибо.